Может, рыба еще не проснулась? Ну, трудно сказать. И все. Ну, вот наш первый улов на мотыля и опарыша. Мелковат, конечно. Ну, сейчас дальше продолжим. Ну, вон красота какая. Правда, рыба не клюет. Ну, что сделать? Да, пока не клюет. Был один тычок за все время. Я даже подумал, что это не поклевка. Достал он там окунь. И все, в общем-то. Решили мы пойти, в общем, по другому пути. Решили наловить малька. Ну и уже чуть-чуть наловили. Сейчас будем пробовать ловить головля или окуня на живца. Попался окушок на малька. Но пока еще не особо крупный, в общем. Ну вот это уже хоть что-то. Опять хорошо клюнул на живца. Такой вот желтый полосатый красавчик. За удочкой. А вот такой еще один красавчик попался. И еще один окунь на живца. Офигенно клюют. Что будем пробовать? Ноябрьского окуня ловить. Вообще, это мой первый опыт ловли на живца. Очень нравится. Блин. Вообще мелкий, ага. Поймали мы сегодня окуня 7. Все на живца. Нет, одного на мотыля поймали. На живца, конечно, интереснее ловить. Ловили живца мелким подъемником с мелкой ячейкой. Ну, в принципе, очень удобно. Разложил, поймал сколько нужно. Сколько не нужно, выпустил. Ну и хорошо, в общем. На живца клюет довольно неплохо. Ну, поклевал он где-то, может быть, с 10 до 11. А потом почему-то перестал браться окунь. И вот два, ну где-то 2 часа вообще поклевок не было.